Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как на устройстве Honor 6X изменить обои. Для начала мы переходим в настройки, затем в раздел стиль рабочего экрана, еще нет, в раздел экран, обои, настроить обои. Можем выбрать одни из вот таких вот стандартных обоев, предустановленных. Можем перейти в какие-то онлайн-обои и там скачать обои с интернета. Можем перейти в галерею и поставить картинку обоев в любую фотку, которую можем скачать с инета. Или же можем сделать фото при помощи нашей камеры. Выбираем фото. Здесь можем настроить, как изображение будет выглядеть. И нажимаем «Принять». Затем выбираем, хотим ли поставить на экран блокировки, на рабочий экран или же на оба экрана. И как вы видите, обои поменялись. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.